Let's go. Писал ее очень быстро, она родилась за 10 минут. Писал ее в состоянии влюбленности, очень сильной нежности. Коли закінчиться час, я витру краплі зі скла і піду сам, щоб ти там не спала також всю ніч, думала. Сразу же думал о том, что будет здорово спеть ее с Кузьмой. Потому что мы договаривались о том, что сделаем дуэтную песню, но никто из нас не понимал, какая должна быть эта песня, быстрая, медленная. Вот появилась песня «Веера». Я витру краплі зі скла. Сам, щоб ти там не спала також всю ніч, думала. Пісняра відрізняється від всієї маси того, що появляється в радіоефірі за останні 5-7 років. Я люблю починання з чимось не таким, як всі. Кузьма, когда приехал записывать вокальные партии для этой песни, он обаял всех здесь на студии. И именно в тот момент мы поняли, что мы сделали правильный выбор, то, что решили записать с ним эту песню. Вона мені нагадує, понятно, якісь аналоги в моїй голові впливають, на що вона може бути подібна, але треба абстрагуватися. Сім ноти тяжко бути неподібним на когось, головне робити то якісно, щоб навіть коли виникає нездорова мисль порівняння от, з якимось аналогом, щоб то порівняння було достойне. Я посвящаю цю пісню жінці, дівчині, з якою у мене зв'язані дуже тісні, близькі отношения, и мне приятно, что эта песня родилась как раз, когда я думал о ней. Когда наступит февраль, когда все будет в снегах, я прошепчу тебе, верь мне, тебя я буду нести на руках. Во время записи мы использовали очень много интересных звуков. В этой записи принимает участие наш новый гитарист Женя Ножичкин, который явился в нашу команду как снег на голову. Желаю этой песне быть частью жизни людей, которым она необходима.